Темиртау прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе «Казахстанская магнитка». В соревнованиях участвовали юноши со всей страны. Со всех областей Казахстана приехали, кроме самого города Алматы. Всего у нас 367 участников на данном турнире. Это вот 14 весовых категорий, 10 весовых категорий старшие и 4 я добавил младшие, 10-12 год. На турнире было 24 борца из Темиртау. Отметим, что два темиртауских спортсмена, Чимбулатов и Калиониди, встретились в финальной схватке. Перед боем молодые парни сказали, что бороться с другом сложнее, чем с незнакомым человеком. Я боролся сегодня, провел 4 схватки. Сейчас буду выступать в финале со своим близким другом с моего зала. Я не смогу бороться во всю со своим близким другом. Турнир набирает обороты с каждым годом больше и больше. Больше людей, больше конкуренции. Как бы в прошлом году, допустим, людей было, может быть, где-то меньше. Сейчас, ну, конкуренция больше. Я сегодня отборолся 3 схватки. 3 схватки выиграл. Ну, тем самым вышел в финал. Вот. Схватки были, ну, относительно сложные. Были сложные, были несложные. То есть конкуренция хорошая есть. После турнира спортсменам предстоит отправиться на чемпионат Казахстана в город Семей. Ольга Цуканова, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.